Украинский премьер призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом глава правительства заявил во время официального визита в Израиль. Владимир Гройсман посетил мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, где почтил память жертв трагедии и посадил оливковое дерево как символ мира. Также он провел ряд встреч с лидерами Израиля, в частности, с премьером страны Беньямином Нетаньяху и представителями бизнеса. Среди важнейших тем – внедрение в Украине израильских стандартов в медицине и подписание договора о зоне свободной торговли между странами. Израиль и Украина є стратегічними партнерами. Ми маємо багато сфер, в яких можемо дуже якісно співпрацювати. Я радий тому, що за останні декілька місяців у нас зростає наш спільний товарообіг. Ми ведемо сьогодні роботу спільну щодо вільної торгівлі між нашими країнами. Мы хотим ускорить переговоры о свободной торговле между нашими государствами, развивать коммерцию, туризм, технологические обмены между нашими странами. У нас много вопросов на повестке дня, но самое важное – это развитие дружественных отношений между нашими государствами.